Зачем быть смелым, если твой кандидат и команда твоего кандидата боятся? Так вот, мы не боимся. И я еще раз очень ясно хочу сказать, что мы ведем нашу кампанию и нашу борьбу за лучшее будущее страны, осознавая и говоря вслух, что главным препятствием для нормального развития России является коррумпированная, развращенная и некомпетентная группа Владимира Путина. Именно он со своими друзьями и родственниками уже 17 лет использует власть как инструмент личного обогащения. Они коррумпированы насквозь, и Путин, без сомнения, является главным коррупционером. Они вцепились в страну и не дают ей развиваться, не дают гражданам богатеть, не дают бизнесу расти. Они тянут из России все соки, просто превращая ее в бухгалтерию, которая каждый день выписывает им новый чек. Это вот раньше Россия была просто сырьевым придатком Запада, а сейчас она превратилась в придаток для офшорных банковских счетов Путина и его друзей. Мы с этим не смиримся никогда. И на нашей стороне здесь все граждане России. Просто кто-то из них это уже осознал, а кому-то предстоит это осознать с вашей помощью.